На самом деле, ведь это интересно, когда, так сказать, человек совершенно с другого взгляда, человек, который интересен зрителям в силу там разных причин, высказывает свое мнение, это интересно. Самое главное, что это не является никакой доминантой, и слушать нас и делать, как мы говорим, совсем не обязательно. Мнение наше можно принять, а сделать так, как считаете целесообразным. Я имею в виду крупная политика. А поэтому, значит, если вы сюда пришли, значит, интерес есть? Есть. Что я наговорил, прав или не прав? Я считаю, что я прав. Я говорил честно. Понравится мое мнение, кому-то понравится, а кому-то резко нет. И в этом тоже есть многослойность. К сожалению, к большому ответ еще мы увидим в грязных всяких комментариях, которые прикрываются какими-то никами, пишут в интернете. Это правда, но это уже никого не интересует.